Здравствуйте, меня зовут Альбина Глумова, я мастер-кукольник, автор моих кукольных персонажей. Началось это, наверное, с самого-самого раннего детства, когда я мечтала стать мультипликатором и создавала различных персонажей, героев, писала сценарии, пыталась даже рисовать какие-то вот подвижные картинки. Мне просто стало интересно, как это будет выглядеть в жизни, и начала делать. Хочу вас познакомить вот с этим персонажем. Это Волк Владимир. Волк Владимир очень успешный и ответственный работник, но мечтает он только об одном, чтобы вечером, возвращаясь домой, уже в подъезде чувствовать аромат пирога или домашнего супа и точно знать, что он из его квартиры. Он пока одинокий, но очень перспективный жених. Это лягушка Лола, путешественница. У лягушки Лолы с российской зимой особые отношения. Они предпочитают не встречаться. Как только наступают зимние месяцы, лягушка Лола собирает свой волшебный чемодан и улетает в жаркие страны. Для каждого образа полностью строится одежда по каждой кукле, снимаются мерки, делаются выкройки. Вся одежда, она съемная, полностью ручная работа. От начала до конца все ручными стежками, полностью, вот если какие-то элементы, все полностью вручную. Все детали, они очень много времени требуют. Даже не само тело, сколько вот каждая деталь. То есть даже обувь, даже для того, чтобы сделать обувь, нужно сделать колодочку индивидуальную, нужно все это прошить. Высушить даже, вот если процесс от начала до конца, то даже обувь это не меньше 2 суток, чтобы сделать какие-то ботиночки. Да, это любимое занятие, особенно интересно, что вот мысль, которая приходит в голову, она может материализоваться уже в какое-то определенное существо.